знакомство двух белых дураков. Собаки появился конкурент. У нас новый любимец, Альфик, познакомься, он хотя бы делает чисто. После тебя. Друзья, хорошие новости. Осталось всего лишь 3 свободных места на завтрашний воркшоп, который пройдет на крыше. Я вообще в предвкушении, даже немножечко волнуюсь перед знакомством с вами, со всеми. Очень жду. Всегда должно быть время для любимых занятий. Парк Горького. Самое место и самое время. Сегодня, кстати, 90 лет, по-моему, парку Горького. С чем мы парк и поздравляем. Короче, в парке Горького только начинается шоу, и мы вот до него попали в какую-то вип-зону, как обычно, совершенно случайно. Смотрим. Все только начинается. А, вот какая задумка. Мы идем по понтону в 1930-й. Любовь, кажется. А дальше мы идем. Вообще немного напоминает Сингапур. Смотрите. О, любовь, любовь. Там дальше еще что-то. Тяжело быть блогером. Вообще некогда насладиться видами. Но вам, главное мне вам все показать. Смотрите. Сексуальные. Сексуальные парни играют в баскетбол. Вот, 5-й номер, мой герой, самый сексуальный парень. В общем, вот такая вот история. Идем по понтону. Понтовый танец. Наслаждаемся иммерсивным шоу, потому что мы являемся частью декораций. Мы идем во временных рамках и наслаждаемся видами и ценностями. А вот это мне, пожалуй, понравилось. Это 2010 год, что-то новое, вот танцы. Движение вперед. Оригинальный жанр. Вот, 1950-е, вдохновение. Что там у нас? Рыбчина тут. Двигаемся дальше. Друзья, ну, конечно, парк Горького сегодня удивляет. Смотрите, сколько иммерсивного пространства. Посмотрите, какие яркие экспозиции. А вот этот шар, а это техно-музыка, это просто кайфушеньки. Все, мы идем туда. Друзья, еду уже на площадку, у нас сегодня живой интенсивчик, воркшоп, секрет Инстаграм. И, собственно, у нас sold out, это очень приятно, потому что больше мест нет. В общем, жду всех, кто будет сегодня участвовать, и больше никого нет. Друзья, сейчас все начнется, через несколько минут откроются двери и придут мои ученики. Придут те, с кем мы будем проводить воркшоп в секрет Инстаграм. Посмотрите, как здорово. Я же говорила, будет круто. Ты готов? Да, на все 100. Мы не можем определиться с прической, распущенный или хвост. Ты к чему склоняешься? Мне кажется, распущенный, ну, либо хвост. Вот так мы стоим уже 2 часа. Девочка познакомилась с красавицей. Она участвует тоже в шоу. Вы увидите нас в октябре. Следите за пятницей. Всем привет. У меня сегодня грандиозный план на день и приятная встреча. Так что всех люблю и всем хорошего дня воскресного. Я шла как бы в джакузи, и посмотрите, куда я пришла, на какую-то стройку, блин, это что за дела вообще? На 7-й этаж поднялась пешком, и что дальше? Блин, это жесть. Алена. Привет. Ну, кто самый красивый? Маша Ури, конечно. Смотрите, как здесь хорошо. Только джакузи закрыто. Я думала, что сейчас приду, лягу в джакузи, буду шампанское с клубникой, а в итоге нет. Ты просто начнешь и все, я тебе подхвачу. Хочешь, мы так сделаем, надо обязательно что-то. Ребят, ну, вы понимаете, да, где я оказалась? А вот солнышко читает лекцию. Смотрите, какая она умная у нас. Я привыкла кальяну вдыхать. Я как Айка Сла... Что ты привыкла там? Что ты там привыкла? Огурцы, помидоры, нарезать крупно. Большими кружочками, да? Да.
танцую, 46 минут не надо ехать. Ты с кем танцуешь, мамуль? Где женихи твои, мамуля? И те, кто тоже хочет успеха. Ну, вообще, секрет моего успеха – это мой SMM-менеджер Алена. Потому что изначально… Нет, я сейчас говорю на полном серьезе. Потому что в какой-то момент, в любом случае, у вас будет замыливаться глаз, и вы не будете…